Объем перевозок грузов по среднему транспортному коридору по итогам текущего года в шесть раз превысит показатели 2021 года. Об этом на открытии трехсторонней встречи министров транспорта иностранных дел Турции, Казахстана и Азербайджана в Актау заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим шансом, важно устранить преграды на пути торговли и сообщения. Чаву Шоглу напомнил, что на сегодняшний день самые крупные объемы груза в мире транспортируются именно между Азией и Европой, тогда как средний транспортный коридор остается наиболее коротким и выгодным маршрутом для грузоперевозок. В этой связи он привлек внимание к трем важным событиям, произошедшим в последнее время. Во-первых, имеют место перебои в цепочках поставок грузов, что повышает значимость безопасных и устойчивых транспортных связей, превращая этот фактор в важную составляющую конкурентной борьбы. Во-вторых, разразилась российско-украинская война, вызвавшая глобальные продовольственные и энергетические кризисы. Кроме того, углубляются противоречия между США и Китаем. Две крупнейшие экономики мира ищут пути для взаимного замещения продукции, констатировал министр. Чавушоглу напомнил и об освобождении азербайджанских территорий от армянской оккупации и указав, что новые реалии Южного Кавказа также являются вкладом в механизмы долгосрочной транспортировки грузов. Глава МИД Турции акцентировал внимание на открытии двух новых международных аэропортов в Азербайджане – Физулинского и Зангиланского, соединяющих Карабахский экономический регион с миром, и указал на стратегическую значимость Зангизурского коридора для торговли между Ближним Востоком и Кавказом, Азией и Европой.